Доброе утро, представители средств массовой информации, наблюдатели, все присутствующие в зале. Начинаем пресс-конференцию. Предварительные итоги выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 6-го созыва. Слово имеет Лидия Михайловна Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов. В пресс-конференции участвуют Николай Иванович Лозовик, секретарь Центра избиркома, и Илья Станиславовна Ананич, руководитель информационного центра «Выборы 2016». Пожалуйста. Уважаемые дамы и господа, мне приятно сообщить вам, что выборы состоялись, и явка избирателей составила 74,8%. В выборах приняло участие в абсолютных цифрах 5 212 745 избирателей. Я могу сказать, что эти цифры совпадают в основном с той цифрой, которая имела место 4 года тому назад. Тогда явка, разница была в 0,2, 74,6, в отличие от этой. Хочу сказать, что депутаты избраны по всем избирательным округам 110, причем избрано в состав парламента 38 женщин, что составляет 34%. Сразу могу сказать, что это на 9 больше, чем 4 года тому назад. Таким образом, мы усилили гендерное представительство. Если говорить о тех, кто избран в парламент, то это следующие известные люди. Это чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Австрийской Республике и в Республике Хорватия по совместительству Валерий Воронецкий, который избран в городе Минске. Это очень известный доктор, директор Республиканского научно-практического центра отоларингологии Людмила Эдуардовна Макарина-Кибак. Это Игорь Морзалюк, который был членом Совета Республики, он заведующий кафедрой археологии. Михаил Милованов, заместитель директора Музея истории города Минска, певица Ирина Дорофеева. В парламенте будут представлены Либерально-демократическая партия в лице одного депутата, Белорусская патриотическая партия, 3 депутата, Объединенная гражданская партия, 1 депутат, Республиканская партия труда и справедливости, 3 депутата и Компартия Беларуси, 8 депутатов. Повторно избрано 28 депутатов нынешнего уходящего парламента. В Брестской области 4 человека, в Витебской 5, в Гомельской 7, в Гродненской 3, в Минской 3, в Могилевской 1 и в городе Минске 5. Хотела бы обратить ваше внимание, что вновь избран в парламент нынешний председатель Палаты представителей Андрейченко Владимир Павлович. Он избирался по Витебской области. А также такие депутаты, как известный спортсмен Вадим Девятовский, доктор Дмитрий Шевцов, депутат Бородиня. Среди вновь избранных госпожа Елена Анисим, которая у нас относит также к оппозиции. Она даже заявляла о своих амбициях на кресло президента в 2015 году. Правда, претендентом не была. Она работает в Центре исследования белорусской культуры и является членом Товарищества белорусской мовы. Ну, Анна Конопатская, член Объединенной гражданской партии, совсем молодой политик. Молодая женщина 1976 года рождения, олимпийский чемпион 2008 года по гребле, серебряный призер Олимпиады 2012 года Александр Богданович, очень известный бизнесмен, директор холдинга «Бабушкина рынка» Игорь Кананчук. Кроме этого, главный врач больницы
паллиативного ухода хоспис Ольга Мычко, ну и экс-кандидат в президенты на выборах 2015 года, руководитель патриотической партии Николай Улахович. Вот, собственно говоря, такой общий портрет всех, кто избран в парламент. Конечно, к моменту подведения итогов выборов мы сделаем его более детально. Это все, что называется, горячая информация. Хочу сказать, что вчерашний день в Центральной комиссии прошел достаточно спокойно. Всего поступило от граждан Республики Беларусь вчера 32 письменных обращения. Более всего их традиционно поступило, естественно, по городу Минску, проще дозвониться. Большая часть из них связана с невключением избирателей в списки, с ненаправлением приглашений прийти на избирательные участки. Ну и аккредитация наблюдателей, деятельность наблюдателей. При этом жалоба нечитаемая, она от одного из наблюдателей одна поступила. Вот, собственно говоря, то, что было вчера письменно. Что же касается телефонных звонков, то поступило 53 устных обращения, также в основном из города Минска, и в основном касаются не получения приглашения. Но кроме этого были и откровенно такие, скажем, звонки несерьезные, по принципу «пусть выключат музыку» или наоборот ее включат, «пусть не раздают детям воздушные шарики», вот что-то такое. И один звонок, одно устное обращение касалось работы участковой комиссии, с ней избиратель не мог наладить связь, то есть дозвониться до нее. Разумеется, я думаю, что сегодня после подсчета голосов мы получим более серьезные жалобы от наблюдателей. Это только первые ласточки. Тем не менее, будем разрешать их рассматривать в установленном законом порядке. Сразу могу сказать, что обратиться с жалобой о признании итогов выборов недействительным вправе только кандидат в депутаты, естественно, уже бывшие кандидаты в депутаты, только они в течение 3 дней с момента проведения выборов. То есть среда является последним днем. Надеюсь, мы в эту пятницу сможем подвести итоги выборов и в течение 30 дней после проведения выборов, то есть последний возможный день, это 10 октября, откроется первая сессия Палаты представителей. Кроме этого, у нас это есть еще и вторая палата парламента, верхняя, которая избирается на основе косвенного избирательного права, то есть депутатами местных советов. Так вот, собрание депутатов местных советов состоится завтра, 13 сентября, во всех регионах Республики Беларусь. Они проходят по областям. Итак, только что во Дворце Республики глава Центра избиркома Лидия Ермошина озвучила новые данные итогов голосования. Напомню, в информационном центре запланированы еще несколько пресс-конференций. Своим мнением о ходе избирательной кампании поделятся международные наблюдатели. Мы следим за развитием событий и выйдем в эфир, как только получим новую информацию. Всего доброго.